Здрасте. Давным-давно After Effects славился возможностью комфортно работать с 2D. Давайте немного вспомним молодость и отчебучим вот такую 2D-сцену с разноцветным пламенем. А самое главное, сделаем это исключительно стандартными инструментами. Погнали! Открываем After Effects. Кстати, в моем телеграм-канале лежит просто горяченькая новая 2023 версия After Effects. Создаем новую композицию. С параметрами 1920 на 1080. Фреймрейт 30 кадров в секунду. И длительность давайте бахнем 20 секунд. Фон черный. И назвать можно как-нибудь интересненько. Нажимаем ОК. Теперь создаем новый черный солид. Далее отправляемся в эффекты и пресеты. И здесь пишем Particle Systems. Применяем к солиду. Если мы нажмем пробел, то увидим вот такую красоту. Но это нас не интересует. Давайте в настройках Particle откроем Producer, Physics и Particle. Здесь прописываем 25. Далее отправляемся в Producer. И нам нужно изменить позицию и сместить ее с центра вниз. Примерно вот сюда. Кстати, здесь можно просто прописать 1080. Радиус X 25 и радиус Y 0. Спускаемся ниже и в анимейшене выбираем твирли. Здесь прописываем 0,1, а в гравити минус 0,3. Ой-ой-ой-ой. Particle type у нас Faded Sphere. Dead Side 0,50 и Max Opacity 100%. Давайте посмотрим, что там у нас вырисовывается. Ну, красота. Теперь нам нужно немножко поправить color. Давайте здесь выберем ядерно-оранжевый. А в dead color выберем такой вот желтоватый, горчичный. Нажимаем ОК. Далее нас интересует эффект, который называется Simple Choker. Применяем к солиду. И в Choke Mate газуем десяточку. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже что-то вырисовывается. Давайте продублируем наш солид. Выбираем его и нажимаем Ctrl-D. Снова откроем все вкладки, которые нас интересуют. Это Producer, Physics и Particle. Здесь пропишем 15. Здесь тоже 15. И давайте поправим немножко Color. В Bird Color выбираем пипеточку и жмем по нашему светло-оранжевому цвету. А Dead Color давайте также гзанем ближе к оранжевому. Можно тыкнуть пипеточкой примерно вот сюда. Ой, красота! Давайте, кстати, вот здесь пропишем 1.5, чтобы наше пламя было чуть-чуть пониже. Да. И давайте бахнем сюда какой-нибудь фон. Создадим новый солид, назовем его background и выберем цвет примерно вот такой. Нажмем ОК и здесь нажмем ОК. Закинем его в самый низ и получим такой приятный фон. Теперь создадим новый adjustment layer и к нему применим эффект, который называется Wave Warp. Spinning выберем All Add Guess. В Direction пропишем 0 и здесь 25 и 200. Мы получили вот такое интересное искажение. Но это еще не все. Можно бахнуть сюда еще и Turbulent Displace. Старый добрый. Применяем к Adjustment Player. И давайте в Size пропишем 25. И давайте посмотрим, что у нас вырисовывается. Достаточно залипатель. Ну и куда же без старого доброго Glow. В простонародье свечение. Газуем до 100%. В Glow Radius пишем 100. И Glow Intensity пропишем 0,5. Давайте свернем все эффекты, чтобы все было понятно. И продублируем Glow. Выбираем Glow, нажимаем Ctrl-D. И уже здесь, в Glow Radius, прописываем 1000. И получаем вот такое интересное свечение. Также давайте накинем Grain. Напишем Add Grain. Накидываем Grain. Здесь выбираем Final Output. И Intensive пусть будет на 0,5. Почему бы и нет. И сейчас покажу, как можно интересно поиграться с цветами. Давайте залетим в эффекты и пресеты и здесь пропишем хуя Saturation. Применяем к Adjustment Layer. И здесь в позиции Master хуя мы можем поменять цвет нашего пламени. Например, на какой-нибудь вот такой. Вот такую красоту можно отчебучить с помощью стандартных инструментов After Effects. Вот такие дела. Спасибо, что доглядели этот туториал до конца. Конечно же, не забывайте про лайки, комментарии и подписочку на канал. Всем хой и хуй.